Председатель Совета ветеранов завода имени Масленникова Лидия Михайловна Мамонтова ежегодно приходит отдать дань памяти работникам предприятия. Она проработала на заводе 40 лет. В этом году возлагает цветы к обновленному мемориалу. Ветераны завода обратились к городским властям с просьбой отремонтировать мемориал. Их пожелания выполнили. Помог также и приборостроительный техникум, на территории которого расположен объект. Мемориальный комплекс отремонтирован. На фронтоне монумента заменены памятные таблички с именами заводчан, которые погибли во время войны. Наш мемориальный комплекс находился на территории завода. А когда завод закончил свое существование, открыли ворота, вандалы стали разграблять. Мы специально сюда перенесли на эту территорию, потому что знали, что молодежь будет ухаживать за этим мемориалом. И большое спасибо всем им. Потому что вот так, как мы встречаем эти праздники здесь, я не знаю, это просто вот настолько трогательно, до слез. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 3000 сотрудников ЗИМа, 700 человек не вернулись домой. За боевые заслуги 5 заводчан удостоены звания Герой Советского Союза. Боевыми орденами и медалями награждены сотни работников предприятия. В годы войны завод работал в режиме чрезвычайного положения, производил продукцию оборонного назначения. На предприятии производили боеприпасы для артиллерии и танков, авиабомбы. Завод имени Масленникова стал настоящей кузницей оружия. За образцовое выполнение заданий правительства в 1942 году завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А на заводе имени Масленникова, или как он сначала назывался, на трубочном заводе, или еще его называли завод 42, почтовый ящик так называемый, потому что он закрытое предприятие, работали действительно квалифицированные рабочие. Это оборудование, которое там не позавчерашнего дня, а современное оборудование. И вот такой завод оказался способен отозваться, откликнуться в считанные дни, недели на те запросы, которые вот новое время, военное время ему предъявило. Завод прекратил свое существование еще в 2006-м, но память о его работниках живет. Обновленный монумент будет напоминанием о трудовом подвиге куйбышевцев еще долгие годы. Лариса Шлафаст, Константин Головин, Николай Сидоров. События.